Всем привет! И сегодня я приехала на вторую процедуру карбонового пилинга. Я сейчас стою как дура просто под деревом, записываю видео. Сейчас уже надо заходить по времени, потому что уже вот пора. Я могу сказать, что после первой процедуры я уже заметила результаты. Мои застойные пятна стали рассасываться, поры действительно сузились. И это очень хорошая процедура, альтернатива там всем чисткам, миндальным пилингам, потому что от миндального я даже от курса, в принципе, особых таких результатов не заметила. Это я уже от первой процедуры заметила. Но в любом случае нужно сделать несколько, чтобы уже можно было говорить об этой процедуре что-то. Так что оставайтесь со мной. Сейчас сижу под лампой, вот вам показываю мои застойные пятна, но вы знаете, уже после даже первой процедуры они стали рассасываться. Ну, эта щека вообще у меня паленая. Да, у меня поры вообще значительно стали уже. Так, мы сейчас будем проводить процедуру карбонового пилинга. Эта процедура всесезонная, она не травматичная, и она позволяет поддерживать кожу в хорошем состоянии, в чистом, ухоженном, и предотвращает возникновение воспалений, а также позволяет бороться с такими явлениями постакне, как застойные пятна, за счет того, что она стимулирует кровообращение в коже. Процедура выполняется достаточно быстро, то есть для выполнения ее нам достаточно будет 20-30 минут. В среднем начищаем кожу, снимаем весь макияж, в данном случае у нас уже макияжа нет, обрабатываем кожу антисептиком, и после этого мы нанесем специальный, называемый нано-карбоновый гель. Мы его нанесем тонким слоем и позволим ему высохнуть на поверхности кожи. Одновременно он свяжет, да, то есть он, можно сказать, склеится, если проще выражаться, да, со всеми загрязнениями на поверхности кожи, такими как ороговевшие чешуйки, клетки эпидермиса, которые у нас мешают протокам сальных желез выводить кожное сало на поверхность кожи, закрытые комедоны, да, сальные пробки и так далее. То есть все это при помощи процедуры карбонового пилинга возможно убрать. Тем самым мы предотвращаем возникновение воспалительных элементов, поддерживаем кожу в хорошем состоянии. Подчеркну, это не есть классическое лечение угревой болезни, акне. Это процедура, которая позволяет уменьшить ее проявление и бороться с застойными явлениями. Вот. На самом деле процедура не ограничивается только акне. Ну, показания к процедуре не ограничиваются только акне, а это можно рассматривать ее как экспресс-процедуру красоты. Потому что после нее кожа выглядит ухоженной, чистой, на ощупь она бархатистая, и ощущается мгновенный лифтинговый эффект. То есть для женщин, с первыми признаками возрастных изменений, эта процедура даст очень яркий эффект сразу, и при курсовом применении 5-7 до 10 процедур с периодичностью 1 раз в 7-10 дней позволяет получить лифтинговый эффект уже длительный. То есть происходит еще стимуляция, в общем-то, синтеза собственного коллагена, и лифтинговый эффект сохраняется надолго. Ну что, приступим? Мы сейчас нанесем карбоновый наногель. Впечатление, то, что там, сколько делаю, дней назад. Неделю, наверное. Ну да, кожа, во-первых, стала бархатной. Я даже сейчас вижу, просто вижу, как бы кожа такая достаточно. Ну, получше стало. Получше, да. Я заметила, что эти пятна застойные меньше стали, да. Да, они уборятся, потому что она очень сильно тоже стимулирует кровоток. Причем на первый день после процедуры я сказала, что я вообще ничего не заметила. То есть кожа нежная, приятная на ощупь, но по большому счету, в принципе, я ничего не увидела. А уже на второй день я стала что-то замечать. И это именно касалось пор. Они как-то более, что ли, сузились. Он немножко тормозит. На самом деле карбоновый пилинг, он немножко тормозит еще продукцию самих желез. То есть он немножечко заставляет их меньше производить и поддерживает чистоту, скажем так. Да? То есть один из факторов угревой болезни — это
нарушение отшелушивания эпидермисов протоках, да, вот в устье, в общем-то, сальной железы. В результате этого у нас нарушается отток кожного сала, начинают там у нас размножаться бактерии, воспаление, ну и, собственно говоря, пошел каскад целый. Вот. И целый ряд препаратов предназначается именно для того, чтобы нормализовать вот это вот самое отшелушивание. Вот. Поэтому как бы карбоновый пенок в данном случае показан именно для профилактики. Ну и общее состояние кожи, я вижу, что как бы даже вот разница у нас сколько было, несколько дней получается, да? Я вижу, разница есть. Разница есть, значительная достаточно, да? Ну и раньше мне понравилось, на самом деле, карбоновый пилинг. Потому что пока не почувствуешь на себе, пока как бы, да, все равно вы не сможете как бы, ну, как-то рассказать, там, посоветовать, потому что если вы сами не верите, то не получится ничего хорошего из этого, да? То есть как бы сейчас вот пришли без макияжа, качество кожи немножко другое. То есть по-другому выглядит кожа, и я думаю, вам стоит как бы какое-то такое вот курсовое воздействие пройти, потому что есть стимуляция, именно и застойные пятна уходят, в общем-то. Процедура не травматичная абсолютно. Это ощущение тепла. И в местах особой чувствительности, там вокруг глаз, в области, вокруг крыльев носа, в области губ, легкое какое-то покалывание. В чем особенность этого лазера? В том, что у него длительность вспышки составляет 3 наносекунды. То есть каждая вспышка, на самом деле, длится всего лишь 3 миллиардных доли секунды. А за счет такой короткой длительности происходит то, что пиковая мощность достигает огромных размеров, то есть это мегаватты. Но так как время очень короткое, то пигмент, в данном случае наш карбоновый гель, чуть-чуть на эту сторону, наш карбоновый гель, он не успевает разогреться как-то там, нанести ожог и так далее, то есть он просто называется фотокавитационный эффект, то есть он взрывается под воздействием этой вспышки. И когда он взрывается вот таким образом, он одновременно с собой все загрязненные поверхности кожи уничтожает. А также в момент взрыва мельчайшие его частицы немного стимулируют кожу, из-за чего у нас улучшается очень сильно кровоток, питание кожи, ну и в частности застойные пятна, да, улучшается их состояние. Сам процесс застоя у нас, да, сокращается, то есть время. В случае с возрастной кожей, в данном случае у нас мы получаем эффект омоложения, да, то есть у нас и лифтинг идет, и уплотнение небольшое. Профилактика возрастных изменений таким достаточно быстрым и щадящим способом очень хороша. Опять же, можно такой же карбоновый пилинг проводить, например, накануне каких-то важных ответственных мероприятий. Там, день рождения, свадьба, там, гости куда-то чего-то нужно нести, и хочется выглядеть, ну, хорошо, да, то есть качественно, чтобы была приятная кожа, там, фактура у нее, общий лифтинг, в общем-то, то эта процедура прекрасно подойдет. Да, значительно лучше, на самом деле, застойные пятнышки. Даже буквально с одной процедурой. Кожа обновляется, да? То есть у нас каждые там 28 дней эпидермальный слой меняется. Вот. Но зачастую клетки не так легко отшелушиваются. И когда их большое количество скапливается на поверхности, которые плохо отшелушиваются, они создают такие банальные неровности, в общем-то, да? То есть такую неровную, негладкую поверхность. При помощи данного воздействия карбоновым пилингом, да, весь этот слой как бы уже омертвевших клеток, но еще не отшелушившихся, мы их полностью удаляем с поверхности кожи. То есть мы вычищаем кожу от таких застрявших клеток, которые создают неровности. То есть визуально мы их не можем различить, но так как много на поверхности, они создают такую шершавую какую-то поверхность.
Так, в принципе, мы обработали все. Да. Ну, я своим подписчикам не буду советовать, ну понятно что. Я сейчас приближу, можете посмотреть, что эти странные пятна, они стали гораздо светлее. Причем гораздо.